можно чуть раньше дать. Но Видмир одна под кольцом бегает. Принц бросает издали точно. 5 минут 45 секунд до окончания третьей четверти. Вот в отличие от первого и второго периода, все-таки третий так чуть более затянутый, чуть больше остановок. Стюарт. Эпифания Принц все-таки мяч получает. Далековато от нее Джасмин Томас решила. Просто образ баскетболистки. Ну а пока штрафные реализованы. Ксаргай. Хорошая передача на Эпифанию. Принц бросает и попадает за мгновение.